Молодец. Ну, красивая, красивая. У них есть дискордик, есть желаемые настройки. У них есть русский язык для демки. Я почти все демки, которые играл, англоязычные в основном, иронично, но были... Все равно звук пропадает, да? Они были не на русском. Ничего страшного в этом прям нету, потому что демки обычно быстренькие. По саунду как... Ну круто, круто, блин. Заставочка очень крутая. Заставочка очень крутая. Мне нравится. Начало достойное. Игра очень похожа на Hollow Knight, безумно похожа. В целом ребята этого и не отрицают, но есть свои определенные фишечки. Пока что это только демо. Поколение за поколением у Кредельдон проливом архипелага Гати оставались неподвижными. Древние скрипучие голоса каются историями о давно потерянном городе прародителей и мертвых богах, похороненных глубоко под поверхностью мира. На пороге каждого столетия поверхность приходит в движение. Во времена, ознаменованные, ну и словечко, красной звездой, ее ледники рушатся, а лед тает. А мерцающий хор вновь прорывается из оболочек прародителей, преисполненный волей своих давно умерших хозяев. В нынешнее время некоторые поговаривают, что слышат чарующий зов, что манит их в проливы. Кладчивые голоса прародителей пробираются землями, зазывая каждого реализовывать свой замысел — найти руины внизу. Под песни сирен копатели отправляются на поиски богатств и славы. Ученые, отваживающиеся вернуться... Господи, что со мной сегодня? Ученые отваживаются вернуть утраченные знания, а чудаки поглощают мерцающий хор, чтобы заполучить милость его создателей. Однако, глубоко под поверхностью шевелится и жаждет вырваться наружу что-то иное. Что-то иное хочет вырваться наружу. Это что-то мы? Или что-то не мы? Но картинка мне нравится. Благословенное явление. Наконец, печать рушится. Наконец ты здесь. С давних пор я оберегаю пламя свечей, ожидая твоего прибытия. Не отводи взгляд от этой отвратительной оболочки, ибо я существую, чтобы служить. Наша святая миссия прямо перед нами. Город все еще гноится, оскверненный нечестивостью. В залах двора обитают те, кто когда-то привел нас к гибели. Они запечатались внутри много веков назад, когда произошло бедствие. Врата вновь распахнулись, и внутри шевелится мерзость, порожденная давним грехом. Как только мы от него избавимся, возможно, город наконец начнет возрождаться. Я отмечу на твоей карте царские палаты. Пусть это ведет тебя. Используй эти минуты покоя, чтобы ознакомиться со своим новым судном. Я ничего не понял. Ну да ладно, управление... Так, ладно, может быть, мы можем управление сделать. Так, клавиатура. Прыжок. Прыжок S. Ну кто это придумал? Рывок Shift, хорошо. Рассечь. Скользить. Шаг в пустоту G. Подожди, а у меня будет? Ну ладно, давайте попробуем. Он мышку не ловит. Не ловит мышку, поэтому да. Давайте так, целебная соль. И, ну это, наверное, хилка. Использовать реликвиар, использовать слева. Смотреть вниз, смотреть вверх. Взаимодействие FF, ползти один шаг к пустоту G. Я так понял, это какая-то особая билка, да? Ага. У нас уже куча всего. Мы можем шифтаться. Shift, кстати... Фига себе у него. Shift очень длинный. Shift не бесконечный, то есть я не могу его пока доюзать. Есть кулдаун.
С этой штукой непонятно, на G тоже непонятно. Так, ладно. Картинка приятная. Так, а я могу в воздухе прыгать? Да, могу. Но это классика жанра, когда тебе игра намекает идти в одну сторону, но если ты идешь в противоположную, там очень высокой вероятностью будет нычка. Почти везде, где я играл, она всегда была. Интересно даже. Вот, давайте посмотрим сзади что. Мне пока нравится. Дизайн красивый. Я не понял, кстати, зачем вот это скольжение. Ну ладно, привыкнем. Так, какая-то жижа. Мы не можем пройти. Ой. Начало такое себе, конечно, на уровне того, что я реально ничего не понял. Возможно, тут будет какая-то заставка еще сверху. Мы поймем, что зачем, почему. Хорошо, что мне дают возможность. Мы, кстати, получаем неуязвимость при получении урона. Это интересно. Так, он захватывается в цель. Это прикольно. Так, важный момент. При соприкосновении я получаю урон, да? Это плохо. Это, к сожалению, плохо. Я... Да, такое есть в Hollow Knight, но... Подожди, а ты можешь как-то... Персонаж не залезает вверх. Он автоматически цепляется, но он не залезает вверх. То есть... Ладно, это его привычки, я думаю. Но пока мне все нравится. Прикольно. Эти закрытые залы — свидетельство трусости, которое порождает неопределенность. Когда город рухнул под землю, люди кричали и причитали. Они прятались за толстыми дверями и каменными стенами в надежде избежать беды, доверяя только тому, что можно видеть и осязать. Отсутствие преданности не останется безнаказанным. В холодной темноте, где они укрылись, что-то пришло в движение. Древняя фауна, привезенная в Великий Двор из многих стран мира, разрослась и трансформировалась. Неверующие стали поддержкой для тех, кто осмелится бросить вызов судьбе. Они навсегда остались оболочками, жуткими, но прекрасными свидетельствами отсутствия веры. Ну и всем здравствуйте! А мы тут пробуем Metroidvania. Пока что первые впечатления приятные. Да, есть определенный привкус Hollow Knight, но... О нет, боевочка немножечко кланки, я бы... Ее, может быть, поменял бы. Так, тут какая-то спецобилка есть, да? Частично материальные... ППшка, наверное, да? Блин, прикольно. Секретики там, всякие приколюхи. Прочее, прочее. Это классно. Подожди, а почему у меня... А, я все вижу. Ладно, давайте наверх. Что с ним? Рожденец. Ну, у нас появится какая-то обилка, которую мы... Так, ну я ничего не могу с этим сделать. Окей. У нас появится обилка. Потом. Как говорится. Так, овладеть. Якорь пустоты. Что за якорь пустоты? Мне нравится, как он... То есть, по сути, мы являемся маской, а все остальное чисто... Просто фон. Ладно, окей. Вот это минус.
Я не чувствую удара в какой-то степени. Ну ладно, это все ерунда. Добавить какого-то импакта, может быть, под удары. И, честно, вот из-за того, что ты как бы касаешься противника и получаешь урон, это очень, очень, очень неоднозначное решение, окей? Сохрани прогресс. Ага. Красиво. Это у нас местный костер, да? Как-то все слишком быстро. Какая-то масочка здесь. Который абсолютно пофигу на все. Мы, кстати, можем тоже отпрыгивать. Интересный момент, да? Фрагмент артефакта. И опять мы не можем пройти. Кстати, выглядит все так, как будто она вообще, ну, не очень, скажем так, короче, на стенку похожа. Так, окей. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Мы можем пойти влево, можем пойти вправо. Странно, нам игра говорит, что нужно вверх это, но у меня там буквально ничего нету. Ага, я, кажется, понял, что мне нужно сделать. Ну, это тяжеловато будет, то мы попробуем. Ёбаный в рот. Так, подожди, а почему я не мог шифнуть? Теперь могу. Ладно, мы, скорее всего, передвигаться по этим штукам можем только с этой стороны. Ну, в смысле, с цепей. Может быть, как-то можно схитрить, но... Сами понимаете. Может быть, как-то ему... Подожди. То, о чем я думаю? Нифига, они резнулись. А, тут не получится anyway. Ну да, там проход сверху только, а там можно пройти только через фиолетовую штуку. Я вот взял и приболел. Ну тогда возьми и выздоровей мега жестко, хорошо? Все, договорились? А ты возьми и выздоровей. А ты возьми и не болей. А что это такое? Она типа не очень радуется тому, что мы это. Частично. О, отлично, еще одна. Ну, хпшку у нас 5, я так понял. Она выглядит. Мне, кстати, нравится дизайн хпшек. Он простенький, но при этом. При этом окейный. Так, ну, игра намекает, что нам через эту штуку нужно идти. Кстати, вот это сломать можно? Ауч. Да что ж ты будешь делать? Меня взорвало. Сейчас узнаем, что будет при смерти. Подожди, мы вернулись. А, ну это, наверное, из-за демки. Персонаж очень далеко летит на шифте. Мне кажется, им нужно послабее ее сделать. А, ну еще тут бога есть. Но бога такое. Тоже. Так, я могу вниз смотреть? Эту штуку фиолетовую я вообще ничего могу сделать. Ну-ка я... Ага, я могу под нее заскочить. Это интересно. Надо будет не забывать эту обилку. Так, хлоп. Фрагмент артефакта, кстати, мы получили. Благодаря нему мы как раз-таки, возможно, можем обилку взять, ту, которая была с другой стороны. Ну, кстати, до этого тоже был еще один фрагмент. То есть пока Токсия болит. Крепись. Босс файт. Ой-ой-ой. Я не могу против него.
Музычка мне нравится. Музычка шикарнейшая. Она была в трейлере. А где хп у него были? Так, и чё? Да, музычка шикарная была вообще. Только послушать не получилось. Так. Лучно заряженная атака. Ага, все, я понял. Я даже знаю с помощью... Точнее, что я могу благодаря этой штуке делать, экшеле. Отлично. Отлично, отлично. Так, подожди, артефакт. У нас есть артефакт даже или нет артефакта? Мы получаем урон, кстати, даже если шифтуем челика. Это же важный момент. Так, тут, кстати, проходик был, я ее в прошлый раз не заметил почему-то. Ага, я вас понял. Надо научиться как-то по этим веткам прыгать. Мы этого пока делать не умеем. Но научимся. Достаточно. Но обязательно научимся. Еле-еле душа в теле, да? Так, а тут что у нас было? Тут у нас было сохранение. Я что-то забываю, что это и есть сохранение. Так. Ну, бегать во время атаки можно усиленной, поэтому... Нужно так вот делать. Это не очень удобно. Что-то урон такой себе, да? Я так понял, она создана исключительно, чтобы ломать что-то. Не, ну может быть там только урон есть, акшели, но сами понимаете. Опа, здравствуйте. О, хрупкий незнакомец, не мог бы ты уделить мгновение бедной несчастной душе? Не беспокойся, ибо я отличаюсь на других, хотя мое бремя все еще велико. Несет телесное бремя, как и я. Некоторые сказали, что это проклятие влечения к обладанию. Нихрена себе, здесь что вообще есть? Фрагментики, божественный кор. Здесь современный короб создает пузырь, изменяющий время, изменение заряд боющихся существ. Но все время теперь также выполняет заряд пустоты. А если то сокровище, которое выпадает из убитых? Ну, сколько здесь всего. Дает дополнительное здоровье. Симрон существенно повышается при низком... О, это для этих спидранеров. Дает память забытого воина, позволяет проводить серию ближних лобовых атак. Сверающий микро и разбивающий наносит урон врагам. А, фигня какая-то, да? Так, ну это хилка, изобретатель. Подожди, урон, наносимый реликвиями, теперь также восполняет заряд пустоты. Я немножечко не понял, что за реликвия. Заряд пустоты это типа дашь или что это? Давайте вот это возьмем. Вы получили артефакт. Перейдите в меню, давай. Ага. Артефакты. Надеть. Отлично. Инвентарь. Так. Что еще можем? Наносимый лик тебе также пополняет. Сервис создает спектр защитных горизонтальных луч. Я что-то не понял, что это такое. Ну давайте возьмем, хрен его знает. Не, ну прикольно, прикольно. И все, у меня маны нету, да? Ну прикольно, РС. Так, мы можем пойти наверх, можем пойти посмотреть внематочно, что там. Кстати, этого торговца, по-моему, здесь не было, да?
Я до сих пор не понял, что это. Но, кстати, это может быть что-то типа какой-то прокачки. Я сразу почему-то вспоминаю эту игру, как его... Как она называлась-то? Lovecraft Metroidvania? Как она называлась? Это был не Бенедикт, да? Блин, я даже сейчас вспомнить хочу. Это было не Бенедикт, это было... Сандрат, точно. Это точно был Сандрат. И он, кстати, очень нравится, но он какой-то слишком темповый в своем плане. То есть, прям требовательный, я бы сказал. Так, мы ничего не можем сделать здесь, поэтому идем сюда. Сюда его. Отлично. Эту штуку мы толкнуть никак не можем, да? Так, давайте наверх. Потому что наверху был проход дальше. Что ты такое? Отлично. Путь разблокирован. Так, давайте эту штуку рохнем. Сюда лут. Божественный лоскут. Что за божественный лоскут? А некоторые образуют останки стерных душ богов. Ладно, окей, спасибо. На восходе красной звезды королевский наследник явился навстречу ее благословенному свету. Он стал чудом, родившимся из бесплодной утробы старой королевы. Двор ликовал. Король приказал на кораблях и в караванах доставить из дальних уголков мира угощения, которые усладят юного наследника. Однако никому не удалось удовлетворить дитя. Его не питали ни экзотические фрукты, ни пряное мясо, ни сладкий нектар. Он оставался недовольным, его тело было слабым и понемногу истощалось. В отчаянии король и королева обратились за помощью к богам, и те даровали свою благословенную плоть двору. С того дня ребенок стал воплощением радости, его живот округлился и наполнился. И все, ноль минусов. Минусы будут. Блин, вот могут они как-то драться, я не знаю. Ой. Так, и чё? Как мне эту штуку забрать? Здесь какой-то как будто дабл джамп нужен, да? Или я зря... Ой, наверное, я зря, да, уронил эту штуку. Хотя не, навряд ли. Я типа, как я должен был сделать? Непонятно. Так она так работает. Это интересно, кстати. То есть я мог ее сюда закинуть, да, экшеле? Спектральный шакрам. Так, такую я хочу. Эй, пальцы, потом смотришь другой клинок. Сложно, но возможно. Сюда его. Так, хпшечка плюс один. А, подожди, это либо хпшечка, либо получение по лицу. Я думал, что это не максимальная хп, а банка. Ну ладно. Судно укреплено. Судно. Мы есть судно, поняли? Смешно, да? Так, мне кажется, я знаю, где мы сейчас еще одну обилочку получим, да? Судя по всему. Впитываем. Щупальца.
Сейчас. Я будем впитывать. Контрол, замечательно. Не очень удобно, я вам так скажу. Не очень удобно, мужики. Так. Возможно, бинт я бы поменял. Возможно, присутствует вероятность, что бинт я бы поменял. Ну да ладно. Подожди, а что там требовалось? Якорь пустоты, хорошо. Я до сих пор не знаю, что это, да ладно. Так. И у нас появилось окошко для того, чтобы что-то поделать. Что-то поделать можно, да? Так, вот вроде мы туда можем пойти, можем вниз пойти. Короче, много куда можем пойти. Давайте вниз пойдем. Это меня триггерит то, что... Ну, мы, по идее, можем под ними подскальзывать. Да, давайте проверим это. Нет, я даже подскальзывать не могу под ним. Блин, это, кстати, плохо. Лоб, давайте все-таки сюда. Почему я удар не сделал? Плохо, конечно, он делает это все. Древний шифр. Почему я Е нажимаю? Зашифрованная запись, с помощью которой можно распечатать подземелье. Интересно. А и куда мне это нести? Друг мой. Товарищ мой. Что-то тяжело этим управлять, я вам так скажу. Ну ладно. Так, может быть, НПС-ку отдадим, который сверху был? А давайте отдадим. Сюда все это. Нифига он с него фармить можно, конечно, имбо вообще. Имба, я нашел просто гигастратку. Подожди, здесь все понятно. Понятно, что ничего не понятно, и мне это не нужно. Я извиняюсь. Я жажду лишь благословенного Ихора. Истинной живительной крови наших давно почивших богов. Равно священной и оскверненной. Я чую ее на тебе. Хорошо. Бежать время срабатывает целебный соль. Это херня. Но это, я так понял, эмблема, да? Разница есть. Давай изобретателя возьмем. Снижает число попадания при выполнении. Ну давай тоже возьмем. Так. Как надеть? Так, а они автоматические, мне их даже использовать не надо, да? Ауч. Так, давайте сохранимся. Очевидно. Только не тут сохранение, а чуть пониже. Я теряюсь в пространстве. Карта довольно примитивная. Она неплохая, но она примитивная. То есть просто вот держи квадратик, держи второй квадратик, все. Мы на созвоне, друг мой. Эх. Возможно, в игре будет также даблджамп, но это не точно. Блин, а там же была нычка, да, сверху. Ну, блин, она не красная была, вроде плевать. Там ничего не было, чтобы там зацепиться. Ну ладно, плевать. Все равно это демка. Если бы это была не демка, я бы очень сильно бы хотел, знаете ли. Я, кстати, не могу в прыжке. Подождите. Пэм-пэм-пэм. Ух
Тихо, выключите огонек. О, блин, тяжело. Тяжело, друг мой. Попукивать так аккуратненько. Хлоп-хлоп-хлоп. Так, ну лазер как-то посильнее выглядит, чем топорик. Ну все же. Ой, блин, это... Друг мой. Смотрите. Используйте минуту покоя, чтобы ознакомиться со своим новым судном. А, ну да. Так, стоп. Ладно. А почему я вернулся? Ну я новое судно, да. Да, я новое судно, что? Почему я вернулся, я не понял. Почему я вернулся? А куда мне двигаться тогда? Сейчас, секундочку, разберемся. Давайте внимательно посмотрим, куда мне двигаться. Нам игра намекает, что наверх, да? То есть, возможно, присутствует вероятность, что мне через низ и наверх. То есть, вот здесь. Либо здесь туда, либо здесь туда. Ладно, сейчас разберемся. Ауч. Ауч, тва. Как будто сюда, но непонятно, да? Подожди, а что я здесь подобрал? Скрипт какой-то, да? Может, это как раз то и нужно для телепорта какого-то или что там? Подожди, а как она называлась? Древний шифр. Распечатывать подземелье. Может быть, как раз таки через ту штуку и нужно эту... Ну, я думаю, обилочка, которая увеличивает рейндж моих автоатак, была бы очень кстати. Серьезно, с таким импактом я бы, конечно, мобов сделал, ну, не дамажащим тебя при прикосновении. Кусовщина, но я уже говорил, что не фанат. Мы? Так, ну давай посмотрим еще раз тогда. Может быть, нам подскажут, что нужно, а что не нужно, как говорится. Ну, тут ничего нет. Якоря у нас нету, да? А я не помню никаких... Ну, письмена у нас есть, это, конечно, круто, но... Я буквально не помню ничего, где я мог бы это использовать. В этом-то и ирония. Мы, походу, либо потерялись, либо я просто очень плохо в ориентировании пространства, как говорится. А может быть и оба варианта. А, ну да. Ауч. Почему у меня такое ощущение, что... Ауч. И чё, и нафига? Просто ради плюс 10? Непонятно. Ну ладно, окей. Хлоп. Он не взрывается? Что с ним? Он просто в камень превратился. Этот парень превратился в камень. Опа, хилочка. Так, аккуратно. Блин, я.
Так. Кстати, в таких ситуациях лучше атаковать вверх, если ты не достаешь. Ауч. Вы видите это, да? Я тоже это вижу. Глазастый парень, да? Да, это он. Да, блин, я... Короче, нужно поменять на R, наверное, эту фигню. Будет. Так, еще одна частичка, это хорошо. Просто трон. Просто трон. Сюда это. Ауч. Так, подожди, давайте снизу посмотрим, что там еще есть. А то мы и не посмотрели. Этих фрагментов как говна, кстати, вообще, конечно, ничего не скажешь. То, что они рисуются, это неприятно. Хотя я и хилку тоже рисую. Так, а что это такое? Все. А. Я понял, подожди. Уж эти пазлы. А как мне нужно? Мне нужно, чтобы она смотрела вверх. Или нет? Подожди. Блин, ребята, пощадите меня. Так, подожди, допустим, так, да? Короче, мне нужно, чтобы она была... Почему она не закручивается? Да, но мне нужно, чтобы она, короче, была вот такой ровной, и при этом эти кристаллы с собой содвигались. А вот эта штука тоже. Примерно так, но не совсем, да? Вроде идеально, но непонятно, да? Должен ли кристалл быть снизу? Вот в чем вопрос. Ну все, типа... И кристалл снизу должен быть. А, вот как он должен быть, я понял. Так вот должно быть, по идее. Все идеально. Еще. А я должен этот кристалл затащить? Так я все сделал вроде, не? У меня такое ощущение, как будто я проебался.
Да не, я все идеально сделал. По-другому просто быть не может. Они всегда будут противоположны друг другу, верно? То есть я не смогу вот так вот сделать. Все, это единственный вариант здесь вообще. Да, они всегда противоположны друг другу. С fucking impossible, как говорится. Ну и чё, мне это дало? Что мне это дало-то? Такое ощущение, как будто я не решил пазл, да? Типа, может быть, он... Нет, все равно он будет таким образом стоять. Он в любом случае будет таким стоять. То есть я не смогу это вот так вот сделать, чтобы треугольник смотрел вверх. Правильно? То есть он в любом случае будет смотреть вниз. Хочу я этого или нет? Не знаю, я все сделал идеально, мне кажется, но при этом что-то ничего не открывается. Может быть, что-то нужно еще? Может, я что-то не знаю? Короче, давайте будем считать, что я просто затупок и все. Ауч. Просто затупок и все, да? Yes. Лоп. Эти шмабы не будут меня душить. Блин, топор говна кусок, конечно. Лазер посильнее будет. Лазер будет посильнее. Дядя, тетя, Петя, Вася. А можно вниз пойти, можно не туда пойти. Якорь пустоты, кстати. У нас есть якорь пустоты, это та штука, которая нужна была, да? За это активирует сложную сеть врат пустоты в сером городе, мгновенное перемещение между точками. Все понятно, как это работает. Все понятно, это как работает, друзья мои. Опа, еще одна хилочка, плюс один. Сюда его. Прикольно, но пока что частично безлико. Как будто деревни не хватает или еще что-нибудь. Но в целом мне нравится. В целом первое впечатление хорошее. Это все можно подфиксить, подправить, подделать и так далее. Короче, окна для улучшений просто миллиарды и миллионы. В любом случае. Так, и чё? Вот здесь четко написано, типа, что путь разблокирован. Так, здесь, скорее всего, ТП будет, да? Угу. Здесь будет четко ТП. Я до сих пор не понял, что за секрет находится в той руме, которую я тыкнул. Пока что оставим все как есть, правильно? Я долго буду этой фигней заниматься, да? Мне сложно привыкнуть к тому, что Control отвечает за прыжок по этим штукам. Очень тяжело. Boss fight? Выглядит как boss fight, да? Здравствуйте, мистер Кач. Куда ты? Так неуклюж бы я отправил.
что он делает? Музычка. Так. Надо не забывать, что я могу вот так вот делать. Да блин, я... Контрол. Ой, контрол, господи. Так. Все, мы выучили. Почему он так делает? Ладно. Хлоп. Ой-ой. Надо почаще пользоваться этой штукой. Ой, он еще раз так делает. Так. Хлоп. А как это доджить? Непонятно. Все, сюда его. Прикольно, прикольно, мне нравится. Неуклюже, неуклюже, согласен, но прикольно. Конец демо-версии, все, да? Спасибо за игру. Ну, блин! Немного ржавенько, конечно, немного ржавенько, но в целом неплохо. То есть как-то добавить ощущение импакта на оружие, побольше как-то, я не знаю, не то что интерактив. Ну ладно, это все на заставке, все скинем на альфу, меня просто скинули хрен знает куда, мужик такой говорит, ну, короче, звездой. Ладно, я звездую. Не, ну в Hollow Knight также было, в принципе, тебя просто... Сбросил вниз, была заставка, челик прыгает вниз, и ты такой, окей, двигаемся вперед. Но там как-то вот эта вот вся неисследованность плюс деревушка, и все набирало вот эти обороты. Здесь этого нету. Здесь нету ощущения того, что игра набирает обороты. Хотя босс-файты прикольные, да, два босс-файта здесь было. Хотя формально один босс-файт, потому что первый был чисто исключительно моб. Такой проходной, из нее даже хп не было видно. Кстати, у этого моба тоже не было хп видно, но ладно, не суть важно. Я, в принципе, не против мобов, в которых не видно хп, опять же, тот же Hollow Knight, да, игра очень похожа на Hollow Knight, я уверен, ребята этим мотивировались, но прям такой лютой копипасты здесь, ну, ладно, окей, есть, конечно, там всякие панихопы и прочее, ну ладно, господи, панихоп, отскакивание от мобов сверху и прочее тогда, да. В целом неплохо. Мне понравилось, если это ранее альфа, или что-то еще, когда это все подполишь, это будет выглядеть приятно. Музычка тут классненькая, графончик приятненький, то есть я поиграю на релизе, я хочу посмотреть. Я думаю, она... Присутствует вероятность, что она выйдет быстрее, чем Silksong, опять же, да? Опять же. Ну и заставочка тут очень красивая.